табличное и внетабличное сложение и вычитание числом 3. Будем прибавлять и отнимать число 3 по частям. Рассмотрим таблицу сложения и вычитания числа 3. Разные способы сложения и вычитания числа 3. Посмотрите на числовой ряд. Сначала будем прибавлять. Следите за розовой стрелкой. Надо к 2 прибавить 3. Вспомним состав числа 3. 3 – это 2 и 1. Чтобы к 2 прибавить 3, надо сначала к 2 прибавить 2 и к результату прибавить еще 1. Вспомните, что значит прибавить 1? Прибавить 1 значит назвать следующее число. К 2 прибавить 2 получится 4. К 4 прибавить еще 1 получится 5. Значит, к 2 прибавить 3 получится 5. Как мы получили число 5? Мы прибавили к 2 число 3 по частям 2 да еще 1. А как еще мы можем получить число 3? Правильно, 3 это 1 и 2. Чтобы к 2 прибавить 3, надо сначала к 2 прибавить 1 и к результату прибавить еще 2. Значит, 2 прибавить 1 получится 3. К 3 прибавить еще 2 получится 5. То есть к 2 прибавить 3 получится 5. Как мы получили число 5? Мы прибавили к 2 число 3 по частям 1 да еще 2. Теперь будем отнимать. Следите за голубой стрелкой. Как из 7 вычесть 3? Мы знаем, что 3 это 1 и 2. Значит, можно от 7 отнять 1 и из результата вычесть еще 2. Вспомните, что значит вычесть 1? Вычесть 1 значит назвать предыдущее число. Из 7 вычесть 1 получится 6, из 6 вычесть 2 будет 4. Значит, из 7 вычесть 3 получится 4. Как мы получили число 4? Мы отнимали от 7 число 3 по частям 1 да еще 2. А как еще мы можем получить число 3? Правильно, 3 это 2 и 1. Из 7 вычесть 2 получится 5. Из 5 вычесть 1 будет 4. Значит, из 7 вычесть 3 получится 4. Как мы получили число 4? Мы отнимали от 7 число 3 по частям 2 да еще 1. Рассмотрите таблицу. Как из числа 1 получили число 4? Верно, число 1 увеличили на 3. Что значит увеличить на 3? Это значит увеличить сначала на 1, а затем еще раз увеличить на 2. Все однозначные числа верхнего ряда надо увеличить на 3. Составим примеры. 1 увеличить на 3 будет 4. К 2 прибавить 3 получится 5. 3 увеличить на 3 получится 6. Сумма чисел 4 и 3 равна 7. К 5 прибавили 3 и получили 8. 6 увеличили на 3, получилось 9. 7 плюс 3 будет 10. Как из числа 10 получили 7? Да, число 10 уменьшили на 3. Теперь каждое число нижнего ряда в таблице надо уменьшить на 3, то есть отнять 1 да еще 2. Составим примеры. 10 минус 3 равно 7. 9 уменьшить на 3 будет 6. Разность чисел 8 и 3 равна 5. От 7 вычесть 3 будет 4. 6 минус 3 равно 3. 5 уменьшить на 3 будет 2. От 4 отнять 3 будет 1. Рассмотрим внетабличное сложение и вычитание числом 3. Как к 15 прибавить 3? Способ первый с опорой на десятичный состав числа. 15 – это 1 десяток и 5 единиц. Складываем единицы. К 5 прибавить 3 получится 8 единиц. Да еще 1 десяток – это число 18.
Способ второй – сложение по частям. Чтобы 15 увеличить на 3, надо сначала к 15 прибавить 1, а затем прибавить еще 2. Получится 18. Закрепим наше знание. Вычислим двумя способами. Поставьте видео на паузу. Надо 11 увеличить на 3. Способ первый. 11 – это 1 десяток и 1 единица. Единицы выделим красным цветом. Складываем единицы. К единице прибавить 3 – получится 4 единицы. Да еще 1 десяток – это число 14. Способ второй. Сложение по частям. Чтобы 11 увеличить на 3, надо сначала к 11 прибавить 1 – получится 12, а затем прибавить еще 2, будет 14. Уменьшить 19 на 3 можно также двумя способами. Способ первый. 19 – это 1 десяток и 9 единиц. Вычитаем единицы. 9 уменьшить на 3 – получится 6 единиц, да еще 1 десяток – это число 16. Способ второй. Вычитание по частям. Чтобы 19 уменьшить на 3, надо сначала из 19 вычесть 1, получится 18, а затем отнять еще 2, будет 16.